Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Герман, и вы часто меня спрашиваете. Каким видеоредактором ты пользуешься? Как монтируешь? В какой проге? Расскажи! Тише, тише! Ну так сегодня я расскажу вам о видеоредакторе Filmora, в котором можно научиться монтировать даже круче, чем это делаю я. Этот видеоредактор подойдет и для начинающего, и для того, кто уже умеет монтировать человека. Наложение музыки, переходы, всякие видеоэффекты, элементы и многое другое. И самое главное, все это на русском языке. Так что для всех, кто интересовался и хочет научиться круто монтировать, нужные ссылки находятся в описании. Блин, какая погода здесь херовая. Я не хочу тут ничего снимать. Бонжур, бонжур, так гораздо лучше. Саш, если мы сегодня не покатаемся на этой штуке, то я на тебя обижусь. Мы все-таки катаемся. Мы катаемся на пароходике. Это книга челленджей. В этом проекте Герман и Саша устраивают состязания с целью определить победителя. Проигравший же обязан открыть таинственную книгу челленджей и случайным образом выбрать себе наказание. Как вы уже поняли, мы находимся в Париже, сзади нас прекрасный Лувр. И это книга челленджей, друзья. Мы выполняем какое-нибудь задание, и после чего обращаемся к книге, в которой получаем заветное наказание. И сегодня это будет Саша. Поехали. Нет, я победю. Ну а задание наше — это банальный боулинг. Мы расположились прямо у Лувра, перед этим купив 9 пластиковых стаканчиков и отсчитали десяток метров. У каждого будет по 3 попытки, ну и кто больше сбил, тот, естественно, ничего не выполняет. Ну а сбивать эти стаканчики мы будем настоящим Paris Saint-Germain-ским мячом, купленным на стадионе. Вообще-то мы его купили просто на рынке. 3 попытки? Да, как можно больше нужно сбить за 3 попытки. Я попробую, ну, вот так. Нет, я попробую ногой, потом рукой, потом ногой. Run. Мне очень нравится эта игра. Просто шикарная. Ну он маленький. Рукой будешь кидать? Вот так. Как боулинг. Давай. Ты сбила камеру, но не стаканчики. Стаканчики стоят все как один. Понимаешь, да, что если ты сейчас не собьешь ни одного, то мне как бы достаточно просто в их сторону дыхнуть. Я думаю, как лучше, рукой или ногой? Я не знаю, как точнее было. Блин, а может не по 3 попытки, а по 5? Нет. Ну нет, это, ну пожалуйста. Либо это очень сложно, либо Саша очень меткая. Давай уже. Видели бы лицо. А я тебе не говорю, что можно вот так сделать. Кидай. Ладно, допустим, не сразу. Москва строилась. Все, ладно, больше никаких поблажек. Надо просто сбивать. Я буду рукой просто кинуть вот так. Вот так должно получиться. Смотри! Пау-пау! Чего ты не так радуешься? 2 стаканчика убиты насмерть. 2 стаканчика, и у меня есть последний бросок. Я не знаю, стоит ли его, нет? Вот как можно играть с этим человеком? Объясните мне, пожалуйста. Я считаю, что это было нечестно, это все подстава. А я считаю, что это было замечательно. И уже завтра, ну для вас через, там, я не знаю, несколько секунд, Саша начнет выполнять наказание специально для нее. Да. Открыв книгу челленджей, мы увидели задание «Побороть свой страх». А для Сашки нет ничего страшнее высоты. Поэтому мы отправились куда? Правильно, прямиком в Диснейленд, на самые страшные американские горки. Слушай, боюсь горок. В высоте нет ничего такого. Я не люблю горки. А? Я не люблю горки. Кто они тебя любят? Ой,
Она совсем не страшная. Снимать нам там не разрешили, как бы я ни упрашивал и не объяснял, что я всего лишь хочу повесить на голову GoPro. Сказали, что нет, увы, мол, не надо нам здесь повторять сцены из фильма «Пункт назначения». Но я, кстати, нашел кадры в интернете, снятые на этой самой горке. Ты как, еще жива? Далее я решил, что если не получилось снять там, в Диснейленде, на горках, то почему бы не затащить Сашку на колесо обозрения? Там же тоже высоко и страшно. Ты не боишься, когда эта штука шатается? Сейчас заплачу, чтобы ты понимал. Зайцин, ну ты чего? Тут всего-то лететь чуть-чуть. Да, вон женщина только испугалась. Блин, это знаменитое колесо обозрения, как в него не попасть? Отсюда весь Париж видно. Ну, этого нам оказалось мало. Слишком как-то просто отделалась она, да? Поэтому я сам придумал ей новое наказание. Решил сделать мейкап от Германа. Хочу айфон? Нет, я в принципе под этим роликом хочу, чтобы собралось. Я хочу, нет, я хочу, туфли Джимичу и айфон хочу. 100 тысяч лайков. И тогда в следующем видео я попрошу, чтобы перед видео Герман меня накрасил, и я проведу так, ну, мы с ним проведем так следующее. Ты понимаешь, что если они соберут 100 тысяч лайков, то я пипец как накрашу тебя. Да, потому что дома косметики у меня гораздо больше. Ну, только, пожалуйста, накрась нормально, а не так, мазюка. Нет, губы, конечно, восхитительные просто. Готово? Угу. Да-да-да. Мне кажется, я идеальная, знаешь, для фильма «Маруська». Слушай, я не знаю, но мне кажется, что я старался. А зачем девушки увеличивают губы? Пожалуйста. Попросите парня, чтобы он нарисовал вам рот, и у вас будет огромный рот. Ты скатился, а раньше вроде бы рос. Герман, когда видос? Герман, когда видос? Снова выпустил паки под акулу закос. Герман, когда видос? Герман, когда видос? Твои видосы подставу, нам сказал так пандос. Герман, когда видос? Герман, когда видос? Бро, друзья добавишь, я кинул запрос. Герман, когда видос? Герман, когда видос?